кофе, такой бодрящий, по-хорошему бодрящий. Мы все потом обязательно сфотографируемся отдельно, кто почувствовал вот эту ноту соответствия. Мы делаем платочный флешмоб. Так вот, так и есть. Флешмоб, то, о чем мы, в общем-то, заранее договаривались, но не специально так вот вышло. Выставка называется «Палитра настроений». Когда это было желание Анны Филипповны, она продумала, что она хочет людям сказать и показать. И вот я приехала, отфотографировала работы, начинаю писать релиз, выкладывать работу. Ну что-то у меня какая-то более ровная гамма выходит. Анна, то ли я так отобрала то, что мне понравилось, то ли что. Анна Филипповна, ну пришлите мне еще, пожалуйста, работ, которых у меня нет. Она мне присылает то же самое все. В общем, это очень точный, ровный, вывельный такой и зрительный, и палитра ровная, дисциплинированная. Это вот от того, что Анна Филипповна сама такая. Это, конечно, каждый пишет, как он дышит. И картины, как всегда, отражение личности художника. Здесь у нас очень приятная личность, и приятные, душевные, очень лиричные картины. Вот Татьяна, музыкант, переодевалась и вдруг запела. Ах, что это я запела? Ах да, картины же! У Анны Филипповны выставки очень часто в филармонии. И первый раз, когда я видела выставку в филармонии, меня поразило соответствие. Вот музыкальность работ, какая-то вот такая их мелодика. Очень хорошее место в филармонии для работы Анны Филипповны. И поэтому, чтобы подтянуться до этого уровня, пригласили к нам музыкантов. Пожалуйста, Татьяна Барвиш, флейта, Константин Кузнецов, гитара. Они нам сегодня будут соответствие приподнимать наш зрительный ряд до высокого филармонического уровня. Выставка первая в этом году, и это сознательный выбор. Хотелось после вот этого бешенства какого-то, когда рубеж года наступает, ну, конец просто жизни, кажется, наступил. И хотелось чего-то ровного, классического, хорошего. И, конечно, это Анна Филипповна. Анна Филипповна не подводит. Это хороший, ровный, стабильный, очень приятный, успокаивающий профессионализм, что мы видим в каждой работе. Ура ей! И ура. Спасибо, что все пришли. Это здорово в такую погоду. Изначально, вообще-то, выставка я планировала цветочно-весенняя. Но когда я начала работать, мне стало тесно в этих рамках, скучно. Весна быстро кончается, и уже хочется и это, и пятое, и десятое, и на рыбалку кого-то сходить. Но, одним словом, вот я потом начала уже переделывать многое. А вот, например, «Мамины Купавки», вот там есть картина называется. Когда я писала в Купавке, я, конечно, вспомнила маму, потому что это были ее любимые цветы. А когда маму вспомнила, вспоминается детство, ну, тут как бы вот цепочка таких воспоминаний. И тут родилась картина «Печка» вот с печкой. То, если знает, что такое русская печка, вот когда как на ней хорошо спать. Вот. Нет. Она же излучает инфракрасное излучение, и когда даже почти на голых кирпичах лежишь, но тебе никогда не было жестко, всегда тепло, хорошо. Рыбалки-то, конечно. Это было в детстве. Вот. И почему палитра? Потому что вот настроение же каждый раз меняется, и как-то так вот получилось, что палитра настроения. Вот что уж получилось, то уж вам судить. Так вот я как бы старалась.